Всем привет, с вами я, Лисан Сашков, и сегодня я хочу вам показать, как вообще действует КС-ка. Итак, давайте подождем нового раунда. Ну, хотя ладно. Во-первых, я вам покажу все мои читы, кто еще не видел. Так что давайте мы уже начнем. Первый чит, это самый, наверное, известный, это Валхак. Аим-щитки, Валхак-щитки, то есть все видно. Все объекты, которые здесь вообще валяются, даже там есть бутылочка какая-то. Там есть, то есть игроков тоже видно, кто не смотрел мои прошлые видео. Ну, короче, все это видно. Так, ну дальше, что я могу еще сказать? Есть читы на оружие. Я так в них и не разобрался, там очень все сложно, но я сейчас вам продемонстрирую, как это все работает. Вот мне получается АК-47, моя личная. И вот так вот раздаются оружие. Почему МСТ-1 не сделать, я не знаю. Почему, но это какая-то проблема, наверное. Вот мои драгонлоры и мои иглы. Вот так вот все работает. Итак, давайте же все сделаем. Сегодня я вам покажу. Хотел бы вам показать, видите, мой весь экран, да? Сегодня я хотел вам показать, как вообще где оружие мои. И смотрите, вот у меня есть. Вот мой нож. Один еще. Он выпал мне, как бы, ну не первым, но все равно. Но он мне не нравится, потому что он не такой уж крутой. Мраморный градиент, складной нож. Он мне не нравится, мне хотелось бы поменять сейчас на другой, потому что, как бы, в этом ноже мне ничего не нравится, потому что некрасивый. Итак, у нас раунд минута, так что давайте уже начинать. Так, ой-ой-ой. Секунда. Ладно, вот еще есть АВП, кровь в воде, то есть очень даже прикольное оружие, то есть как-то так вообще можно с ней играть, то есть из нее очень круто стреляется, конечно же, то есть, можно пострелять, если хотите, перезарядиться. Вот такой вот у меня ножик, кто не видел, еще раз показываю. Очень он круто выглядит, ребят. Он выпал мне, не помню из какого кейса, но он у меня выпал. Так, давайте спавним оружие себе. Так, по одному давайте. Да. Так, давайте я возьму дигл. Вот такой у меня дигл, кто не видел. Вот. Золотой Карл. Вот такой какой-то. Вот так он выглядит. Да, очень круто выглядит, конечно. Так, у нас время совсем нету. Вот он, мой Dragon Lord. Он лично мой, кто не видел мое прошлое видео, я его показывал. То есть он называется «История о драконе» по-русски, а так он называется «Dragon Lore». Ладно, это вы все знаете, это все вы видели, это все, короче, знаете. Ладно, в следующем раунде я вам покажу, как вообще, что дальше делать. Что мы вообще можем делать. Итак, вот я вам покажу, наверное, время есть. Я могу еще летать чуть-чуть, но за это банят. Админ, или за вот и бас. То есть это спокойно можно стрелять здесь. А вот так вот стрелять, то есть стреляется, все делается, смотрите. Можно убивать противников, можно использовать сразу все читы сразу. То есть. Выглядит, конечно, это очень даже круто, мне нравится. Так, ну что ж я могу еще сказать. Сейчас мы все это посмотрим. Итак, давайте купим все что-нибудь. Так, у меня есть пистолеты, вот такие вот. Я не видел. Вот, давайте я возьму. Видео у меня есть, ну ладно. Тяжелое оружие вот такие. У меня постоянно другие разные, потому что я почти уже все кейсы открыл, то есть все оружие у меня выпали, все предметы точнее. Так, дальше вот мои вот эти оружия. Так, штурмовые винтовки. И экипировку. Ну она так и осталась такой. Ладно, давайте АК-47 возьмем. И давайте сменим команду на какую-нибудь другую. Да. Так как это мой сервер в одиночной игре, то есть я могу сюда добавить ботов. Но я это делать не буду, потому что как бы с ботами играть как бы неинтересно. Так, здесь у нас есть дух огня. Ну, конечно же, вы его, наверное, видели в прошлых видео, я его вам показывал. Ну что ж, выглядит, конечно, он очень даже круто. Вот такой. Его можно покрутить. То есть, наверное, вы его видели. Так, ладно. Что здесь у нас есть? Вот такие же оружия есть. Вот такие же у нас есть эти. Так, у нас есть пистолет-пулемет есть. Штурмовые винтовки есть. Вот.
Тоже Dragon Lore есть. То есть все есть у нас, да? Понятно, да? Так, здесь мы можем еще вот... Давайте возьмем вот это оружие. И давайте... О, золотой шар. Вот так выглядит такое вот оружие. В следующем видео я покажу вообще, как он выглядит. И как им пользоваться. Да, конечно, это очень крутое оружие. Оно из гамма-кейса, кто еще не видел. Ну и стреляет, конечно, он, она тоже очень прикольно. Вот так, смотрите. То есть, стреляет без отдачи, можно сказать. То есть, смотрите, все мои патроны, которые летели, все прилетели куда надо. И смотрите, вот, например. То есть, я, не отжимая пальцем, нажимаю на стрельбу, она сама стреляет автоматически. То есть оружие очень крутое. Вот смотрите, вот все патроны, которые летели, прилетели куда надо, прямо на цель. Ну и самое прикольное, вот смотрите, вот вблизи как это делается. Вот смотрите, вообще вблизи просто вообще. То есть издалека, конечно, немного отдачи есть, но все-таки здесь, конечно же, вообще отдачи нету, считайте. В одну и ту же точку стрелял. Ну что ж, вот такое вот оружие. Выигрывать его из кейса, в гамма-кейсе. Вы можете получить гамма-кейс на сайте Nubass Server и перейти там во вкладочку Nubass Cases. Там вы можете поговорить с моим другом Тревором. Ну, там обсудить все это, посмотреть, короче. И вообще подумать, брать ли вам кейс или нет. Кейсы выпадают только дорогие, то есть дешевых предметов не выпадает. То есть вам может выпустить сразу может этот кейс выпустить с этим оружием. Ну не знаю, мне оно понравилось. Ну что ж, что же я могу еще сказать? У нас раунд пока идет. Давайте наспавним просто оружие. Давайте используем читы наши. Так, давайте. Так. Давайте просто наспавним здесь что-нибудь. Давайте. Опять вот 7. Почему-то, когда я играю за команду террористов, конечно же, она меняется. А когда я играю за контртеррористов, почему-то она планета такая. Но это, наверное, функция такая чита. Ну ладно. Так, ладно, дальше. Что у нас дальше идет? Так, дальше у нас обычный, который 7 идет. И сейчас должен быть такой же, который у меня сейчас в руках оружие. Да. Выпадает именно оно, то есть. Спамить можно так, если вы играете с друзьями, то тоже можно его использовать, хоть вы и не админ, то есть это как бы функция админа, но я ее установил в CS GO без сервера, то есть это действует как читы, ну, то есть можно наспамить друзьям оружие из кейса, то есть можно сколько хотите здесь наспамить всего. Жалко то, что я только понял только вот эти функции, вот как ЛП спамить, как АК-47С. То есть все, М4-1 можно спавнить, все что хотите. Вот смотрите, как это все выглядит. Сколько пушек можно наспавнить, вот сколько диглов можно здесь сделать. Да, выглядит это очень прикольно, конечно же. Вот, дождь, короче, из пушек крутых. Можно сказать. Так, ладно, вот, можно пробежаться здесь. Вы, наверное, увидите то, что это не фейк, не фейковое видео. Я никакими читами такими не пользуюсь, плагинами не пользуюсь. Все из кейсов открыто, только пользуюсь читами иногда. Вот наша история дракона, то есть, если вы не верите, я его могу подобрать. То есть, вот так вот это, короче, работает. Вот так вот. Ребята, смотрите, сколько этого всего. Вот, смотрите, это все Dragon Lore. Это все Dragon Lore. Так, ну что ж. Вот так вот это все работает. В следующем видео я покажу, как я играю с этим всем. Ну а что ж, выбросился снаряжение за 28 тысяч долларов. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Nubass. Пишите в комментарии под видео, понравилось ли вам видео или нет. А также заходите на сайт Nubass Server и играйте на серверах Nubass. То есть, даже я иногда туда захожу, так что вы можете соревноваться со мной в киллах. Ну что ж, наверное, я все сказал вам.
Также открывайте кейсы на сайте NoBossCase. Ну что ж, я все сказал. Вам только надо остается только подписаться на меня ВКонтакте. 153-55-44-63. Поставить лайк под видео и написать комментарий. Все очень круто. Или что-то типа того, то есть ты круто играешь, или я зайду на сайт. Ну, я не буду вам говорить это. Сами напишите, подумайте. Ну и все. Я вам все сказал. И всем пока.